Ой, пропустила, такие дома красивые строятся вообще. Вон там, на второй линии. Земноморская архитектура. Вот это вид из трамвайчика. Я сейчас что-то в Саратове вспомнила, видишь? Аж это снегом запорошено через дверь. Сугробы наметают. Сколько застроек всяких разных. Обалдеть вообще. Интересно. Все на склонах, все сплошные горы, в горах все выдолблено, везде сквозь идет трамвай, в любую гору можно объехать, проехать, переехать, проехать внутри. Сейчас я этот проезжаю, гольф-клуб, гольф-поля, класс, конечно. El Campey, Residencia y Centro de Día. Сейчас в другой город будем уже заезжать. Ты глянь, какие каньоны. К реке, видать, было здесь. Ой, к реке, к морю. Приехали в El Campey. Посмотрим, что здесь есть. Там вон какая-то красивая. Деревенская такая. С петухом наверху красиво. Прям напоминает это европейские чешские улицы. Развлекли себя в воскресенье. Ну, конечно. Энель Доминго. Нос фестимус. Фин де семана. Собрамус фин де семана. Балкон интересный, да. Они вам не полукругом, они чуть-чуть такой. Радуга, нельзя радугу, нельзя радугу. Нельзя дивертидо сделать. Нельзя улыбаться, нельзя реирса, нельзя... Но tienes que hacer nada. Чё, нам туда давай переходить? Туда? Я не знаю, куда ты, наверх собралась? Наверх, и там вид, наверное, хороший. Ну, не знаю. Ой, как красиво. Всё такое в цветах. Сетка рабиц, правда, мешает прям. Ни к селу, ни к городу она тут. Парк вот пришли посмотреть, какой с высоты. Интересный. С мостом. Собак выгуливают. Сейчас к морю туда пойдем подальше уже. Какая красивая прям эта лужайка. Зеленая. Вон дети катаются в шортиках, в маечках. Ох, замерзает Европа. Бедная Европа. Что же ей делать-то? Как красиво. Я вообще подумала, что это тоже гольф-поля. И сюда, наверное, никого не пустят. Нет, оказывается, это муниципальный парк вот такой, с оливковыми деревьями. Ой, что-то я там раздавила. Хотел сказать, липки напоминает. Вот это вот что-то прям вспомнил, когда идешь, и по правую сторону у тебя забор. О, класс. Птицы как поют. Сейчас я сделаю микрофон вот так получше. Так, поют, заливаются. У меня уже мысль, что здесь каким-то попугай. Может и нет. Как всегда, нас надирает выйти погулять именно в сиесту. Но нет у нас такого, чтобы вот как они утром гуляют, потом они спят, и потом они в выходные где-то часа в 3 начинают выползать и выезжать куда-то. Хочется как-то вот к обеду все это предугадать, подгадать. А я все со своими цветочками. Такая прелесть. Una increíble, точно.
Мне прям здесь понравилось. Хороший такой садик, огородик для прогулки. Здесь прям мне пристали пикничок устроить, какое-нибудь свидание. Класс. Разложиться. Сачку попить. А может быть даже что покрепче. Например, безалкогольный сидр. Блин, классно, конечно. Скоро, наверное, здесь тоже все зазеленеет. Я так думаю. Я прям уверена. Здесь явно прям очень сильно все поливается. Следится за этим. Вон сколько ягод всяких каких-то. Вон наши птички, которые у нас дома. А домашняя наша куропатка. Семки, кстати, тоже кто-то здесь засирает. Че? Гриб, да? А, это вот эти, которые рыжики, да? Прям рыжики, как на базаре. Мне прям вот этот вот холм напоминает почему-то или английское, или что-то такое Сиэтл. И вот эти вот дома, я помню, в Белвью такие были. Я все никак не выложу, мне еще остались видео. Надо, наверное, будет это сделать монтаж и сверху что-то наговорить, чтобы... Ну, вдруг кому-то интересно будет показать. Да, Белвью. Такие все равно там были места симпатичные. Камерамен. Камерамен — это оператор. А. Сделаешь за меня монтаж, а? Да, сделаю. Нет, нет, ты главное попроси меня, я сделаю. Не факт, что тебе понравится. Главное, я-то сделаю. Было бы желание от тебя. Душа не лежит. У меня поэтому видео уйма всяких. Уже телефон забит. Уже все мои Google диски забиты. Ну, представляешь, сколько уже? 5 лет прошло, как с Америки. А до сих пор еще видео не отмонтированные есть. Ту его хуча. Точно. Погода. Так и шепчет. Ну тебе вот как больше, здесь нравится или Сантандер? Эх ты. Осторожно. Спросила. Там одно, тут другое, да. Так вон. Нет, вот я имею в виду для жизни. Все-таки нам здесь, потому что. Где везде постоянно дожди. Ну, там все раздражало, только вот это вот, то, что зимой, и пика, вот эта пика для лица. Блин. Лицо горит, красное. Это очень да, было горит, неприятно. Поляна вообще. Поляна. А вон. Сейчас присядь туда. А, я думаю, кто-то сидит. Сидит мужик или... Девушка, девушка. Девушка, Алибаба, мне кажется. Да нет, у нее волосы, типа, забранные сзади. Волосы? Валенку, да. Видишь, у нее эти прятки типа спереди забраны. Да девушка. Да говорю же, девушка. Ну, женщина. А что такое изобразие? Что-то придет, не знаю. А, сеть, возможно, кстати. Сеть рыбная, как будто. Угу. И платье, кстати. Мой фасончик. Я такие вырезы люблю. Где бы мне такую еще купить? Вот, вот, сеть. Видишь, у нее вот здесь вот сетка. Не изображена. Это как это? Бронза, мне кажется. Пустая внутри. Так это она себе платье, что ли, плетет? Ты посмотри. Нет, она для рыбака, видать, плетет. Посмотри, это же вот тоже как сеть. Почему-то не подписано ничего. Ни на смотри, испанском. Платье. Есть что-то, да? Вот это вот непонятно, что написано. Нет, это просто подпись автора. Здесь вид красивый, какие квартиры опупительные. Это у них вид, видать, прям на море. Но я здесь вообще ни разу еще не была, вот в этом месте. Я была только на пляже в Алькампею. Так, это он воду набирает. А вот явно мужчина с этой сеткой, которая она ему придет. Тоже да, как в лаптях практически. Какая идея, да? Мы должны были бы купить. Да, табличка должна быть с описанием. Нету. Капец. Странно. Вон еще какая-то скульптура. Хотела вам увеличить. Вот. Ну вот я и говорю, там тоже как будто может быть дедушка с внучкой. С девочкой с какой-то. Все здесь отдыхают, катаются.
едят. Это наша местная акация такая. Она ничем не пахнет, но она потом желтеньким цветет и опадает. Цветки потом прилипают по всему. Повсюду что? Body Pilates. Слава Украине. Живи Беларусь, нет войны. Свободу Навального. Россия будет свободной, надеюсь, дважды. Это что там, как еще одна эта, да, комната детская, можно там разместить. Это, наверное, как 4 наших балкона, я думаю. Да. Один вот так, и вот так еще 3. Один они, в длину. Вот они, железка. Один, да? Поперек и 3 в длину. Вот видишь железка? Да. Вот здесь. И вот они разделены через стекло. Да, раз, да, да. 2, 3, 4. 4 балкона наших. Вот это площадочка. 4 балкона. Слабо? Так, сейчас время, наверное, около 2. Гуляют только все наши русскоговорящие. Мама со мной спорит, а я говорю, что нет. Эти, видать, все спят. Ну, может, Польша, но не знаю. Ну, я имею в виду не испанцы. Я услышала прям русскую речь. Здесь как будто даже русских больше, что ли, мне кажется. Может, так время просто. Может, выгоднее здесь. Может, этот выгоднее купить. Блин, я, конечно, офигела. Это, значит, недавно. О, апартаменты. Но тоже для Британии, для Скандинавии. Такие тоже... Очень-очень накладненько. Хотя, кстати, в Алькампее тоже не дешево. Че, мы тут сюда никуда не выйдем, что ли? Я не поняла. Или туда дальше идти вниз? Да. Ну, вон, да. Посмотрела видео, это выложили про Испанию. Типа, бюджетные квартиры, как купить, где какие, ну, значит, бюджетные квартиры до 100 тысяч евро. И я так думаю, вот это цены подскочили. Раньше бюджетно это считалось, ну, за 30 тысяч, ну, за 50 тысяч, ну, даже 60 тысяч. Но 60 это тоже уже не бюджетно по расценкам России. Я не знаю, может быть, это для Москвы бюджетно. Наша вот, например, квартира нам обошлась, испанская, в 2 квартиры саратовских. Кстати, прям, да, по-арабски, мне кажется. По... Ну, и Италия тоже, кстати, прям везде. Такой парочный. Во Франции уже я таких не видела. Какой фикус обалденный вообще. На целую улицу диаметр. Вот, и, ну, как бы, я считаю, это смешно говорить о том, что квартиры до 100 тысяч... евро, вообще называть их бюджетными. Это хороший средний класс. Ну, никак не бюджет. Бюджет это вот у нас знакомая купила за 22 тысячи в 2014 году. Вот там бюджет, ну, очень. Там и проблем столько же. Сколько с этой квартиры, сколько сэкономлено, столько получается потом и проблем на голову. Вот. И я считаю, даже на тот момент, даже мы купили квартиру, в принципе, очень нормально, за 50 тысяч. В этом же доме эти квартиры пару лет назад, нам испанка рассказывает, с которой это, мы общаемся, наша соседка, она ее покупала за 120 тысяч. Каролина Эррера, да. Вот в окна мне тоже всегда нравится. Какие не померишь, все прям злой больше глазами. С ресничками. Да, тут и полис, и пулом, и Дольче Габбана. Эррера Холидейс. А, вон еще нет. Эррера. Рейбан. Вот уже и поэтому, конечно, за 120 тысяч
она покупала эту квартиру, она у нее в ипотеку, она до сих пор ее выплачивает, и мы ее купили, допустим, сразу. Ну, как это сказать, что она бюджетная? А дом один и тот же, квартира одинаковая, просто она на два этажа выше нас. Тут испанцы-то многие как бы считают, что это, ну, такая средняя квартира. Уже подороже это за 100 тысяч, за 120, это уже, да, за 100, за 120 тысяч по тому времени, это ого-го уже считалось. Ну, не про нее сейчас речь, я хотела сказать вообще про цены. Да, сейчас все выросло, конечно, за 80 тысяч, за 70 можно все равно какую-то жилую плюс-минус такую найти, или за 50, за 60, например, в не очень хорошем районе, ну, такой, более-менее. Да, ну здесь, видать, все будут дорогие-то. Слушай, мне кажется, Эль Кампо всегда был дорогим. Да. Вот они, эти дома, да? Что-то есть вообще подешевле? 85 тысяч. Ну, ее сразу сейчас покажу. 140 тысяч. 180, 150. Все, что выше стали, это уже ни хрена не бюджет. 84 в старейшем, на старейшем доме. Обалдеть. Зато ну, еще ладно, делали. Там 89 тут дом. Хоть более-менее чужой. Ну, при том, что здесь вообще нету такой инфраструктуры, магазинов. Здесь все равно такой тихий городок для семей. А, ну, может быть, это для англичан нормально. Ну, для Франции, я знаю, это тоже очень хорошо. Цена. Потому что там квартиры, ого-го, стоимость. Тоже что-то прям не ахти, да? Вообще, как это, как цыганский чуть-чуть. Тут, видать, вся Москва, я думаю. Я вот сейчас смотрю по одежде, кто как во что одет. Там как-то в Аликанте попроще. Ну, да. Плюс-минус. Я их обобщаю. Саратова что-то было, потом что-то вообще никого. Вон 90. 84 опять этот же дом. Да ну его в задницу, даже смотреть не будем. Капец, вообще какую-то хрень продают. Эту я уже тоже показала. Короче, дорого. Миллион сто. Угу. 620, 145. Он за 18, хочешь? Кибитка. А, ну-ка, давай, вот с ней. Вот, кто хочет эконом-класс. Им нарисовали на этом. Приставили туда домик. Домика нету. И приставили эти. Деревья. Да. Кипарисы. Это и бунгало. Бунгало что-то... Вот бунгало. Вот это красиво. Такая уютная, светленькая. Оля, 700 тысяч, и он ваш. 360, не знаю. Одна всего ванная. Там смотреть надо. 88 всего квадратных метров. Ну там может это поля, там вон какие-нибудь, блин, эти посадки. Ты покупаешь типа землю, я думаю. За полмиллиона вон бассейном. Прям море живут. Прям он кактус стоит и дышит воздухом морским. Представляете? Больше, чем вы, представляете? Капец. La vista del mar. Пенсионеры европейские гуляют, и не только. Сейчас будем искать местечко, может где-нибудь присесть. Вода шикарная прям. Горы наши красивые. Эспадрон. Пименты для подрона. Мы объелись. Мы где медон? Мы это спустим курс. Ракета. Герончик. Выгодно, конечно, это лучше взять. Стоит, прикинь, 7,758, одно блюдо. 14 за 7 евро. Просто они тоже делали.
В принципе, мы не голодные, чтобы здесь что-то такое прям подавали, чего мы дома не делали. Наслаждаемся. Да. Как много людей. Давай вот этих двойников, господи. Близнецов. Двойняшек. Двойняшек рождается, да. Очень часто вот эти сдвоенные коляски. Нет, они долго-долго на контрацептивах, а потом их матка сразу хватает несколько. Входим, выбираем, что где есть. Интересно на людей посмотреть, кто что кушает. Сейчас такие, да, на горячем камне сырое мясо подают, которое, в общем, на горячем камне, на раскаленном оно жарится у них. Типа как японские, эти корейские, только на камне, а не на горелке. А что, вон они уже заканчиваются, да? Не бесконечные. Тут и отели, и еще что-то. Там Десаю. Тебе написали, сколько завтрак стоит. Да и тапосы тоже мне написали, сколько стоит. Тостадос, варидадос. Снимала, кстати, как-то у меня было видео из Сиэтла, когда люди предпочитают сидеть вот такие вот закрытые, под пленкой, под вот такими окнами, под стеклами, нежели на улице. По всей видимости, это привычка, что там дождей очень много. Но, в общем, это было в июне, в июле, и даже при этом, что они сидят и едят мороженое, они все равно все сидели закрытые в помещении. Я первая попросила, чтобы сесть на улице, чтобы нам как-то там сервировали. Я вообще офигеваю, что у людей нет желания вот так вот выйти и посидеть именно на воздухе. Так была тогда удивлена. Ух ты, а тут 25.50. Они пока побили все рекорды. Вон, 25.50 меню дель пуэрто. Пример плату, секунду плату, терсеру плату и кафе опостре. Приехали самые замороженные скандинавы, немцы, британцы. Я вот так на солнце тоже не села. Так, в тенечке. Хлебушек несут с маслицем, с чесночным. Энтрекот. Алла Педро. Он отдельно за 22 евро? Там входит в состав всех остальных блюд. Короче, чем дальше идем, чем цена выше, 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 выше. Обалдеть. Так, тут уже все. Мак валенсийский, испанский валенсийский и евро-юнион. Пошли в обратную сторону. Какая мелкая. Вот она. Тут маленький, еще.